Добрый день! Представляю вашему вниманию емкость для хранения продукта с перемешивающим устройством. Емкость изготовлена из нержавеющей стали и имеет два подключения – слив продукта и его подачу. На подаче продукта установлен электронный счетчик. Мешалка, в свою очередь, тоже изготовлена из нержавеющей стали. Легко демонтируется и подключена к частотному преобразователю для изменения скорости вращения. Итак, давайте приступим, и вы все сами увидите. На этом все. Спасибо большое за внимание. Всего доброго вам и до свидания.